Так, друзья, привет. Случайным или не случайным образом оказались мы в Кирилловке на Федотовой косе и попали тут в интересное место, которое хотели бы еще не раз посетить. Конечно. А вот, и вам хотим порекомендовать, если вы выбрали отдых в Украине, то, пожалуйста, обратите внимание на это место. Сейчас мы вам просто покажем, что это. Идем... В Украине на Азовском море, заметьте. Да, идем вперед, потому что фишка этого заведения находится там, поближе к морю. Да, а также тут есть номера четырехместные, трехместные, двухместные. Фишкой этого заведения является то, что здесь питание включено в стоимость проживания. А какое питание? Это не простые, как тут говорят, комплексные обеды. Здесь 14 комплексов. Кроме этого, есть расширенный список всяких блюд, которые вы можете дополнительно заказать. Там вполне за адекватные деньги. Цены очень лояльные. Друзья, каждый день блюда с мангала входят даже в базовые комплексы питания. Друзья, теперь перемещаемся от нашего кафе к морю. Море, чтобы вы понимали, 50 метров. Перезвоню, меня милиция остановила. Ага. Вы отвод дали данному полицейскому? Полицейскому отвод дали? Вин устал, я с вами разговариваю. А вот устал, это каким инпа предусмотрено? Что? Каким он инпа предусмотрено? Просто устал. А, ну тогда он отдохнет, подойдет, я подожду. Обновляйтесь. Инспектор, если вы хотите меня задержать в райотдел, я с удовольствием туда поеду. Вы кто? Чего тут стоите? Я представился вам. Ну так отлично. А вы кто? Майкл Джексон. Удостоверение в открытом виде. Уже показывал. Удостоверение в открытом виде. Перестаньте снимать, покажи. Да не нервничай, все будет хорошо. Это ты нервничаешь. Я нервничаю? Да. А что ты кричишь? Я хорошо слышу. Ребят, всем привет. Те, кто не понял, это я ехал в Кирилловку, и меня остановили, как я потом уже понял, за знак стоп-контроль, на который я, конечно же, не остановился. Это я понял в конце. И данному мусорнику я обещал еще его найти и увидеться с ним и продолжить. Ссылочка на полное видео будет внизу в описании, обязательно посмотрите. Ну, как вы понимаете, слово свое я сдержал. Я ехал в Кирилловку и навстречу проехал Outlander. И все-таки чуйка моя меня не подвела. Я развернулся и поехал за Outlander и поймал этого мусоренка. В общем, долго говорить не буду, дальше смотрите. Единственное, что будет довольно-таки жестко, маты я запикал, но лучше уберите детей от экрана. И не только я его буду. А также... Вадос Харьков и Эдик, канал Небайдужий Громадянин. Ребята из Харькова, ссылочки внизу в описании. Здрасте. Здрасте. А что делает ваш напарник сейчас? Что вы хотели? Вы кто? Что вы хотите вы кто? От меня? Полицейский? Удостоверение. Представиться. Не должны были? Вы подошли ко мне. И что? Что вы от меня хотите? Что вы от меня хотите? У, красавчик. Что вы от меня хотите? Ты кто? Вы хотели бы это видеть? Встретились? Удостоверение в открытом виде на камеру. На камеру. Ты охуел? Уважаемый. Леонид, достань, пожалуйста. Сними на телефон. Уважаемого гражданина блога. Удостоверение, ты что, представляешь? Угу. Сейчас ты приколишься, красавец. Что такое, с поста свалил? С поста свалил уже? Ну, я кого-то попутал, не? Не, а ты не попутал? Мы с тобой нормально, по-моему, общались на посту. Удостоверение предоставил?
Удостоверение в открытом виде предоставил? Не уберу. Удостоверение предоставил в открытом виде? Извините, пожалуйста, товарищ блогер. Но удостоверение есть персональные данные. Без записи я вам, конечно, их предоставлю. Я понял, хорошо. Оставайтесь на месте, вызывай СОХ. Вызывайте СОХ. А что вы делаете? Снимаю. На телефон, наличный. Совершенно. А вы кто? Полицейский. Полицейский? Удостоверение в открытом виде. Не покажу. Я смотрю, вы вообще страх потеряли. Да. Да? Конечно. Ну ты об этом пожалеешь, красавец. Ну, я тебя предупреждал. Вы угрожаете? Процессуально. Перестанете снимать, покажу. Слушай, да я буду сам решать, что мне делать. Снимать, не снимать. Если ты тупой, извини, пожалуйста, недостоин носить чести полицейского и звания полицейского. И форму полицейского. Если ты стоишь с мобильным телефоном, как дебил тупорылый. Обосравшийся, понимаешь? Не выполняя закон. Я буду делать то, что я хочу. Я выполняю закон. Да ты дебил, ты тупой. Ты не понимаешь, что такое, что 20-я статья закона о полиции. Ты не понимаешь, что такое защита личной информации. Какая личная информация — это удостоверение? Корольки, блядь, обожравшиеся. Ты что ссал там под деревом? Какого хрена? Где я ссал? Где я ссал? Ты даже не мужик, не можешь это... Что? Согласиться что, с тем, что... Ты что, держал мне чешу, блядь? Держал твой муж вот этот, скорее всего. Твой муж. Что такое? Это борзость включил что? Опять? Какую? Какую? Что ты стоишь? Поехали в райотдел, запакуй меня за что-нибудь. Так охуеешь там. Два царька охреневших, сейчас приколитесь. Сох, приехал уже. Я тебе говорю, не переживай, с поста свалили, вас спрятали. Переживаю. Сейчас будешь. Буду. Закончится сегодня работа, служить будете теперь. Хорошо. А я не хотел к нему в райотдел, скажи, что ехать. Что ты докладываешь? Начальству своему? Пускай сюда приезжает, а не прячется в райотделе. Куда ты побежал, блогер? Что ты хочешь? Ты хочешь? Ты уверен, что ты? Что ты от меня уверен, хотите, что ты? Уважаемый? Что вы от меня отойди хотите? От меня на расстояние, воняет от тебя мусором. Снимай. Снимай. Саша. Лайки ставь на канал, подписывайся. Да, ставьте лайки. Алло. Поймал я этих двух гавриков. Вот среднее представляю, сейчас тут ты понял, грубят. Вот там, где вчера, понял, возле труба. За один из них ссал, я заснял на камеру. Подскакивайте сюда. Сейчас начальник вот бегает, звонит. Да вот он возле меня стоит. Ну, слышишь, да? Ну, так подъезжайте сюда. Что, удостоверение предъявите? Конечно. Так давайте. А что ты трубку положил, красавец? Я хочу зафиксировать камеры, что мне разрешает 20-я статья закона о защите личной информации. Угу. Что ты дрожишь? Почитайте правила. Какие правила? Ты отказываешься предъявить удостоверение? Нет, вам предъявлю, конечно. Предъявляем, камеру, пожалуйста. Убираем. Нет, я обязан убирать камеру. Чем предусмотрено это? Где твоя личная информация? Там твоя служебная информация. Фамилия, имя, отчество. Полиция, деятельность полиции является гласной. Совершенно ты кто такой? Верно. Ты кто такой, человек, похожий на полицейского, в форме полицейского и с оружием? Удостоверение предъяви и выполни приказ 1179, пожалуйста. Вы хоть сами понимаете, о чем вы говорите? Постановление вынесено своего сотрудника, который ссал под забором. У меня зафиксировано на камере. У вас ничего не зафиксировано, уважаемый. Показалось? Показалось, совершенно верно. Да ты, по-моему, попутал нахер охерел вообще, блядь, урод ты полный. Вы больной человек. Больной человек, ты не охерел, пи***р. Продолжаешь снимать? Пи***р, ты галибый. Вот там вот сказали. Ты галимый пи***р. Кто-то сними на видео. Сказали, что ты снимаешь? Что ты обосрался, что сделать? Так сделай что-то, полицейский. Так постирай. Полицейский сделает. Постирай. Мусор галимый, как ты, ничего не можешь сделать. Только сидеть и вот это брявкать, и все. Отойди, от тебя воняет. Отойди, от тебя воняет. Да, так закрой дверь нахуй. Я сам решу, что мне делать. Мочой? Да, воняет. Держите дистанцию. Что такое? Что такое? Бобит уже? Что? У тебя. Вы, походу, невменяемый. Невменяемый, за рулем. Давай делай что-то. Делай. Что такое? Делать всегда хорошо. Хорошо? Да. А делать хуйню, как ты, плохо. Ну, как ты. По-моему, у кого-то бомбит чуть-чуть, да? По-моему, у кого-то бомбит. У тебя, по-моему, уже горит. Горит? Да. Так я стою тут. Я за рулем приехал. Сделай что-то. Ты? Ты вроде полицейский, как бы. Бесплатное шоу. Можно билеты продавать. Продавай. Обожаю таких коников, как ты. Что там сзади? Ничего не потекло еще? Нет. Что такое? На посту ноги их оставили, свалили, когда надевали дебилов? Нравится, смотри. Нравится. Я обожаю дебилов снимать. Чем сейчас занимаюсь? Ты сумасшедший? Да, за рулем.
Что ты сделать ничего не можешь? Что такое? Что случилось? Знак стоп-контроль не получилось, сейчас не получилось. Что ж такое? Я же предупреждал, предвиду. Что? Пешком, что ли? Что предупреждал? Да не. Что ну предупреждал? Да. Да подзакрой рот, подожди, я общаюсь с человеком, не с тобой говном. Что предупреждал? Что такое говно, если ты жарить буду? Угрожаешь? Процессуально тебе тебе угрожаю. Ты кто такой? Достроение предъяви. Я тебе говорил. Не тебе, а мне. В НВ обращайся. 11.79, приказ выполни. Мусоренок ты галимый. Что ты вау? Грики как-то видео. Да не нервничай, все будет хорошо. Это ты нервничаешь. Я нервничаю? Да. А что ты кричишь? Я хорошо слышу. Орали уже все. Ты видел просмотры? Когда ты орал? Я орал. Ну да. Ну ты же сумасшедший, ты говоришь. Там, где вчера мы код разлетали. Тут два красавца таких. Что ж ты обосрался-то? Что ж ты обосрался раз и сейчас трое раз обсираешься? Это ты сказал. Так ну, почитай по комментариям под видео. Уже 300 тысяч просмотров. Со вчерашнего дня всего лишь. С вечера. Поздравляю. Поздравляю? Да. Они что же из-за тебя пацаны сейчас на посту страдают? Кто из-за меня? За тебя? Из-за таких, как ты. Кровь пьешь. Так пью кровь да. Твою. Так сделай что-то, урод. Сам ты урод, понял? Урод конченый, чмо галимое. Грязь под моими ногтями то чище, чем твоя, блядь, форма. И ты вместе, да вместе взятый. Да ты посмотри на себя. Я смотрю на себя, я лошу аха в форме, с пистолетом, без оружия. Просто унижаю и лошу. В слюнях какой-то именно, забудованный, зашмарканный. Так и что? Дальше сделай что-то. Я ну, за рулем ну, приехал. Ну так понимаешь, мне жалко сумасшедших. Жалко? Понимаешь? Да. Жалко ну, что тебе? Сделаешь? Ну сумасшедший он будет орать. Ты меня вчера остановил, блядь, постановление выписать хотел. Сделай что-то, ты обосрался. Это не я тебя остановил. Ну, а ты что подходил? Ты убежал, блядь? Я не убежал, я подошел. А что ты делал? Я помог. Как я тебе вчера говорил. Ну, сумасшедший. Ты что ссал под забором? Я не ссал. А что ты там делал, дрочил? Там то мое дело, что я там делал. Твое дело? Да. Твое дело будет, когда ты снимешь форму, сдашь оружие, и тогда что? Будет твое дело. И что? И что будет потом? Давай. Тогда говори. Будет твое что? Дело. Что тогда будет твое дело. Что? Что а сейчас будет? Ты выполняешь закон ну, о полиции. Будет? Ой, блядь, ты тупой. Ожидай. Смотри, вообще тут страх потеряли. Да. Начальство звонило вчера, попросило по-нормальному. Стрю не понимают. Не научили вам, пи***й еще не встали. Ну, я сейчас на кукан возьму, тебя поймешь. Не стыдно будет потом себя стреть? Тебе люди в спину плевать будут, уроду. Урод это ты. Уверен? Да. Уверен? Там люди службу несут. Службу несут? Да, помогают людям. Помогают? Да, знаешь, чтобы контроль оберечивает? А такие, как ты, пользуешься своим положением. Какие положения? А ты воспользуешься своим положением. Ты с пистолетом, ты полицейский, с мигалкой стоишь. Сейчас спрятался в своем бобике, блядь, и сидишь, ну, хуйню строишь. Нарушая приказы все, нахрен. Ну, а ты ноль делаешь? По законодательству. Что ты вчера ничего не сделал, поздно вчера ничего не сделал. Сейчас сидишь и обсираешься просто. Там и тапки умнее, чем ты. Ну тебе не стыдно, блядь? Тебя люди смеются уже. Другого бы ты уже поканул бы мордой в пол давно. А сейчас сидишь, обосрался себе, под лиму налил штаны. Просто ты пи***лимый. Второй бегает, блядь, начальство, спасите, помогите, он нас нашел. А я обещал, что тебя найду. Спасать заехали, охренеть, под забор. Как будто бы туалетов мало. Так я не ссал. Да ты пи***л, это и так понятно. На видео посмотришь. Ты сумасшедший. Ты уверен, что ты можешь это говорить? Ну так ты ж сам сказал. Ты можешь ну так ты сам сказал. Слушай, а ты че жжешь, а? А хочет и ржет, что ты лезешь? Ебаник, еще раз, откроешь свой наржать, я тебя сейчас продолжу ржет. Жарить, понял? Так что закрой рот пока, все молчи, смотри. Хочет и ржет. Пока клоун только один. Клоун, как дела? Настроение будешь предоставить? Нет. Нет? Почему? Я уже говорил. Ты уже говорил? Да. Ты отказываешься настроение предъявить? Я тебе говорил уже. Тебе? Может вам? Приказ 179 тебе что-то значит вообще? Ты читал его? Хотя ты читать умеешь? Нет, не умею. Я понял. Нормально. Я в это верю. А ты умеешь? Вы, извини. Ух ты, елки-палки, потихоньку учимся. Ты смотри. Видишь, уже какой-то от меня толк есть. Уже одного мусоренка чуть-чуть подучил. От всего есть толк. Только от твоей службы нету толка. Вернее, службы это сложно назвать, от работы. Начальнику скажи, что пускай не прячется, сейчас к нему приедем еще. Ребят, тут на неделю, тут отвечаю. Ты мне дойти, когда я идешь, я таких обожаю, как ты. Каких? Таких вот, веселых. Тупых царьков. А кто сказал, что я царь? Тупой ну, царек, я сказал, что ты царь. Удостоверение ты мне на камеру, удостоверение ты мне на камеру покажешь, я тебе обещаю, увидишь. Я тебе говорил, запоминай. Говорил, запоминай. Помнишь, ты улыбался? Главное запомни этот момент. А где бы с тобой продолжим еще? А? Продолжим. Что ты сейчас не улыбаешься, блядь, бегаете вдвоем. Улыбаюсь. Улыбаешься? Ну,
Улыбайся. Вытруси его еще, чтобы мусора меньше было в машине. Подходи поближе, не стесняйся, говорю. А что они тут делают? Слышишь, а что они тут делают? Тут уже они своих вызывали, видео на этом. Вадик, вот этот вот не очень интересен. Он просто подойди в строение. А можете представиться? Да, конечно. Будьте так любезны. Моя фамилия так... Мартыненко, Дмитрий Павлович. Полицейский СРПП, номер один. Я вижу перед собой неизвестного. Я же говорю, я ж не против, даже не возражаю. Если вы прекратите съемку, я предъявлю. А вы 18 статью закона о полиции читали? Что, если что, предъявлю. Я говорю, съемку, на съемку я не покажу. А 34-я статья Конституции что-то говорит? Хоть 22-я. В смысле, ты что, не хочешь выполнять? Персональные. Послушай, какие нахуй твои персональные данные? Я уже слышал, вы повторяетесь, вы говорите, вы заучили одну фразу. Кто заучил, что ты мелешь? Слышишь, ты именно от водителя просишь, чтобы выполняли твои законные требования, а сам что ты делаешь? Не выполняешь. Выполняй, я говорю, показывай, кто ты будешь, чучело. Рассказывайте дальше. Я же говорю, давай, я говорю, кто ты такой? Я вам уже представился. Слышишь, получай удовольствие. А ты не получаешь удовольствие, когда нет, ты кошмаришь водителя. Значит, я не кошмарю водителя. Вот тут за рулем, да вообще. Что они тут делают? А? Я, они посадят. Вот тут я зафиксировал, как стал сам под... Да ты что? Да, зафиксировал. О, 173-я. Ты будешь представляться? Я вам уже представился. Разбийник, ты будешь представляться? Я вам уже представился. Ты кто такой? А может, ты полицейского ограбил? В смысле, может быть? Что это у тебя вообще за сумка? Она вообще идет у тебя по 718 приказу? Идет? По какому? По 222. А ну открой, прочитай, что там в нем написано. Что-что? Он же начитанный. Грамотный, умный человек. По крайней мере, мы умнее тебя, понимаешь? И придерживаемся буквы закона. Я же с вами не спорю. Да попробовал бы ты еще поспорить. Ты в судах давно был? По админкам давно был? По админкам. Ни разу. На напарника выпиши постановление. Протокол. Добрый день. Добрый день. А можете представиться? А? Вот это чудо, в смысле ты не хочешь? Я в конце, когда я уехал. Ты хочешь, чтобы нормально с тобой общались? Они автобусы своих вызывали на встречу, видели автобусы? На коромысли. Ты хочешь, чтобы нормально с тобой общались? Или как подобает полицейскому? А в машине можно общаться, не? Нет, не хочу. Это смысле? Мое право. В смысле твое право? Ну такое. Не хочу. Кто ты? Кто ты такой? Откуда у тебя этот автомобиль? Откуда эта прекрасная колесница? Дай не важно. Ты украл его, что ли? Нет, конечно. А кто ты? Можно увидеть? Вами, ну, вы видите, это патрульный автомобиль. Послушай, у нас в этой жизни происходит все, что угодно. У нас полицейские наркотиками торгуют. Как ну, видите, я ж не торгую. Вызывай сюда ответственного. Не показывайте. Ну, вызвали же. Вызвали же ответственного. Видите, никто не хочет ехать. На 102 наберите. Кто ты будешь, мусор? Я не мусор. Так мусор. И покажи тогда. Я ж тебе про общение сказал только что. Ну, а как я с вами общаюсь? Ну, послушай, общаюсь. Я не знаю, кто ты. Хоть ну, ты и чё, Пупкиным представишься. А что вы меня мусором обзываете? Потому что мусора себя нормально. Так вы только меня, ведут. Вы меня не знаете, как ведут мусора. Там недостаточно видео увидеть, вы как подошли. Ты себя как быдло ведешь. Как я себя веду? Как обычно я себя? Ты ведешь. Ты на посту был позавчера? Ну, был, конечно. Был. Да. За что ты там людей кошмарите? Вы что там что охерели? Я кошмарил? Он нас обзывал, что я, ну, я... Ты его на знак 341 остановил. Нет, не я, но вы же знаете, что... Остановил. Ну, какая, он знает, кто. Большая, а ты знаешь, что 341 установлен у вас там не по ГОСТу? Ну, жалко, что вам по шапке ваше руководство не дало. Так я же не устанавливал его, правильно? А ты не имеешь... Так и я останавливал. Послушай, друг мой... Ну, а что вы говорите, что я остановил? Друг мой, послушай меня, пожалуйста, ты не имеешь права останавливать. И так привлекать, и привлекать. Послушай, ты понимаешь, почему мы здесь оказались? Откуда? Ну ты догадываешься ну, ли? Ну захотели, приехали. Ну, откуда в смысле захотели и приехали? Так откуда? Я вас первый раз в жизни вижу. Я не знаю, чего будешь вы сюда часто приехали. Видеть. Будешь часто видеть. Представься, пожалуйста, будет диалог совсем по-другому выглядеть. Ну, выключите камеру. Нет, 18 статья закона о полиции, пункте 3, прописано совсем обратно. Первое.
Второе. Конституция Украины, 34-я статья. Там прописано четко и ясно. Сбирать информацию любым удобным способом. Выполни, пожалуйста, закон от полиции, и будет совсем другой диалог. Да я сомневаюсь. Я еще раз говорю, я ты... Я слышал, как вы общались, ты, ну, я да не послушай, ты, вы людей кошмарите, как? Понимаешь? Да обычно. Ну, кого я закошмарил? Хочу, ты Леон, да, Леона, да? Леона Евгений Сергеевич. Запоминай. Да я не ждал, команду принял. Сейчас задержу, доставлю в райотдел. Подождите, это серьезно, еще пару слов. А что ты мне сделаешь? Тебе уже надоело. Что ты сделаешь? Скручу тебя, как... Да ушел. Я говорю здесь, понятно ли это, а не ты. Что тебе непонятно, говорю. Запоминай, я говорю, меня лично, все. Второе дело. Да я не знаю ни Леоновых, никого. Я говорю за себя. Послушай, мы знаем, как тут в Кирилловке, ну, блядь, вы именно кошмарите людей, кто? Понимаешь? Кто кошмарит? Ну, полицейский, если ты полицейский. Я вот не могу понять. Это ты сюда бабки складываешь, и ты сюда бабки складываешь? Ну, на, посмотри. Ну, я нет, я тебе про сумку говорю, это моя наручники. Сумка личная. Нет, это мои вещи. А где личные. Это, пока по настрою, по 20 статье, где-то это прописано, что тебе дозволено носить сумку? Ну, мне дозволено, значит, меня накажут, есть... Кто есть? Дисциплинарный статут. А ты его хоть знаешь, дисциплинарный статут? Ну, знаю. Сколько у тебя было взысканий? А какая разница? Большая, одна дает, другая разница. Ну, я не скажу, сколько у меня. Вы же только чемпионы славы. Я не на экзамене. Послушай, вы же чемпионы только славы обижать. Каких попробуй славы? Нас откуда обидеть. Откуда ты знаешь? Так я тебе еще раз говорю, я приехал на левом автомобиле, я тебя лошил только что. Не знаю, кого. Тебя продолжают лошить. Ты сумасшедший, а? Ну, сумасшедший, ты надо его жалеешь, подожди. Ну так он сам сказал это. 1179. Я так, не... так я у него спросил, послушай, он сам это сказал. А ты кто? А ты кто? Я же сказал, кто ты. Повтори, кто ты. 1179, тебе не позволяет. Почему? Я не буду это повторять. Я говорю, это ругать.